Тирасполь, улица Сокриера, пешеходный переход возле 15-й школы. Накануне вечером здесь пересекали дорогу родители с 7-летним ребенком. Одна машина людей пропустила, а вот вторая не остановилась. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения. Ребенок в реанимации, родители не пострадали. По словам жителей, аварийные ситуации на этом переходе не редкость. Дело в том, что с обеих сторон стоят машины, и водитель, который едет оттуда, он не видит, что пешеход уже на этой линии из-за этих вот машин. И очень трудно здесь переходить. Очень трудно. Я в такие ситуации несколько раз попадала. Что стало виной последнего ДТП с ребенком, сейчас разбираются сотрудники ГАИ.